Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я буду собирать вот такой браслет. Я буду делать его на двойной резинке. Для начала мы резинку растягиваем сильно, чтобы потом эта резинка не растягивалась уже в готовом виде, когда будет. Ну и заодно проверяем на крепость. У меня тут двойные отверстия. Тут и тут. Поэтому будет две резинки. По две резинки. Ну что же, так вот такие бусины кошачьего глаза. Да, я не посмотрела. А вот в этот нефрит пройдут ли? Должны пройти. И сейчас будем вот так потихонечку собирать. Я так уже прикинула, пораскладывала на столе. Браслетик будет такой летний, яркий. Специально взяла такие разные, чтобы поинтереснее был, не скучный. Ну ладно, сейчас я вам включу музыку. Thank you.
абсолютно не консерватор. Я люблю все интересное, современное. И необычное. Так, ну что? У меня тут получается 4 резинки. Так что крепенько будет. Ну, вот такое украшение получилось. Оно у меня великоватенько. Это, наверное, на 18,5. Ну, хотя и на 18 нормально. Ну, чё. Сегодня я разобрала украшения. И вот сделала кольцо из самого крупного. Спилила. Вот такие штучки. Вот, а из самых маленьких вот хочу сделать серьги. Но не знаю, что у меня получится. Хочу цепочку за два этих ушка, ну и поставить швензу. Сейчас найду. И поставить вот тут швензу. Но как оно будет? Будет ли оно ровно висеть или нет, я пока не знаю. Поэтому вот сейчас сделаю, и тогда вам покажу. На шее я не ношу украшения, а вот кольца и серьги люблю. Вот, и, кстати, у меня еще вот останутся. Можно, если получится с этими сережками, то можно сделать вот такие крупные. А можно сделать кольцо, еще постараться спилить ушки. Так что пишите. Телефон под видео. WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите. Я не беру трубку на незнакомые мне номера. Поэтому пишите. Я с вами свяжусь. Ну что ж, мои хорошие, вот сделала я. Нормально они висят, не перевешиваются. Вот такие вот сережечки к колечку. Так что теперь и кольцо есть. И серьги есть. Прям целый комплект. Ну что, спасибо всем огромное за внимание. И до следующих новых видео. Скоро уезжает моя дочка к себе в Болгарию. Попросила меня сделать вот таких украшений. Она носит или цепи разные, или вот такие вот мелкие. Вот я нашла вот такой жемчуг у себя. Такие бусинки. И потом еще покажу вам, какой я еще буду делать. Вот, а сейчас... Я пользуюсь колечками вот такими, не круглыми. Такого кольца гораздо
меньше возможность расстегнуться, чтобы все выскочило, потому что у него разъем этот сбоку. Я уже много лет такими колечками пользуюсь. Тут все очень мелкое, показывать в процессе неудобно. Ну вот смотрите, я обвернула два раза вот это колечко ювелирным тросиком, продела сквозь кримп и продела сквозь бусинки. И сейчас я вот этот кримп закрою специальной бусинкой. Поэтому, собственно, кримп можно любого цвета, его не видно будет. Сейчас. Я думала раньше, что у меня у одной такая проблема. Начинаешь работать на камеру и начинает все валиться из рук. Оказывается, нет. Оказывается, у многих девочек такая проблема существует. Видите? И теперь поставлю замочки, ну, с этой стороны, а с этой стороны я еще не набрала. А следующий будет вот такое. Вы еще и беленькую мне сделаешь? Да. А я делаю Саше украшения. Она носит или цепи, или вот такие вот. Я ей сделала уже черный жемчуг с черными бусинами. Она уже его утащила. И вот такое еще сделаю. Ну, в следующие выходные приедут родители наши. А через два дня мы с Сашей уедем. Ну вот, сделала я два украшения. У меня тут дети в бассейне купаются. Спасибо всем огромное за внимание. И до следующих видео. Пока-пока, мои дорогие. Такую коробку я купила на уделке. Буду делать из нее настольную лампу. Я уже начала сверлить. Сейчас под шнур рассверлю. Рассверлила я все-таки большое отверстие, прям вот так вот. И горячим пистолетом вклеила эту лампу туда. Вот обрежу лишнее. Я потом буду красить под золото, чтобы было одинаковое. Ну, а теперь все подклеила и с этой стороны, и вот с этой. Отсюда. Чтобы она крепко держалась. Так, ну, еще вот здесь внизу я сделала отверстие.
для провода. Сейчас буду все соединять. Вот это все буду соединять. И потом вот так. Так, ну что, и теперь нужно нам сделать абажурчик. Так как я перекрашивать не буду и декупаж делать не буду на этом самоварчике. Он новогодний, меня это вполне устраивает. Сейчас не успеем оглянуться, как опять будет Новый год. Так, сейчас мы... Так. Ой, куда я? Сейчас мы делаем новогодний абажур. Так. Просто с помощью горячего пистолета. Вот, а посерединке... А, посерединке тут не получится. Вот тут получится. Вот такие штучки вставлю. Это все из фикс-прайса. Ну что, мои хорошие? Вот и новогодний абажурчик наш готов. Готова моя новогодняя настольная лампа. С краником. Самоварчик такой. Я ее сделала по-разному. Можно вот так. Можно вот так вот зеленое все. По настроению. Прям по настроению. Хочется красненького, нате вам красненького. Хочется зелененького. Вот вам зелененькое. Ну что ж, мои дорогие, спасибо огромное за внимание. И до следующих видео.